осень – это то время года, которое хочется проводить, укутавшись в уютный плед. Удивительная вещь, которая сделает ваш образ стильным, а ваш день теплым. Это пончо. Итак, дефиле. От модного приговора все внимание на главный подиум страны. Ну, а прокомментировать эти образы, напоминающие старинный южноамериканский аксессуар одежды, пончо, я попрошу нашего прекрасного эксперта моды Эвелину Хромченко. В нынешнем сезоне даже стилистам тяжело разобраться, что есть пончо, а что есть кейпы. Давайте начнем с пончо. Будьте добры, пожалуйста, покажите ваше серое. Абсолютное пончо, которое у вас в гардеробе точно есть. Мы призывали избавиться от него буквально какие-то 3-4 года тому назад. Если вы это сделали, вы молодец. В этом сезоне вы сможете избежать необходимости носить пончо вновь. Но в случае, если вы были непослушны, то есть шанс соответствовать этой модной тенденции, которая на самом деле хорошо подходит только очень высоким и худеньким. Всех остальных она, к сожалению, превращает в комод, покрытый пледом. Но так или иначе, у всех есть выбор, следовать тенденции или нет. И если мы выбираем следование тенденции, то обращаем внимание на то, что если пончо имеет какую-то геометрию в принте или в ткани, то имеет смысл выравнивать ее. Очень прискорбно видеть, когда полосатая ткань лежит зигзагом, но не везде, а только в самых выпуклых частях женского тела. Как правило, такого рода пончо бывают очень мягкими, и ткани, не будучи пластичными, действительно перекашивают. Обращайте внимание на то, чтобы горловина пончо, которая является самым слабым местом в подобного рода конструкции, всегда была аккуратно отделана, подвернута внутрь или хорошо заколота, как это произошло в нынешней ситуации. Если ваша старая пончо действительно появляется на свет Божий, его нужно обязательно дополнить чем-нибудь новым и актуальным для того, чтобы вместе получить более или менее современный комплект. Ну вот, например, в данном случае горизонтальная полоска костюма, при том, что девушка перед нами стройная и высокая, очень хороший контраст по отношению к вертикальной полоске пончо. И действительно, вместе они составляют весьма острое сочетание. Яркая капля красного в обуви, вот вы уже являетесь полным соответствием подиумному тренду. Большое вам спасибо. Пожалуйста, возвращайтесь. Вот еще один достаточно простой вариант использования современной обертки из кашемира. Это шотландская клетка. Будьте добры, пожалуйста, покажите ваш вариант. В случае, например, в качестве пончо легко может фигурировать правильный, компактно сложенный широкий мужской шарф или пашмина. Такие продаются и довольно часто встречаются в старых гардеробах эпохи 90-х. Поройтесь как следует на антресолях, наверняка где-то завалялся. Если нет, то у вас есть прекрасная возможность разделить со своей второй половиной эту знаковую вещь сезона. То есть покупайте на двоих. Для вас это будет пончо, ну а для него маленьким шарфиком на выход. Большое вам спасибо, пожалуйста. И вот, наконец, кейп. Будьте добры, пожалуйста, покажите ваш. Он расстегивается впереди, но, как это ни странно, не имеет рукавных прорезей, поэтому является среднеарифметическим между пончо и кейпом как таковым. По большому счету, эта деталь гардероба в России приживается плохо, но всегда смотрится остро, потому что вы, естественно, окажетесь в меньшинстве, если будете смелой покупательницей кейпа или вот такой вот накидки, которая защитит от ветра и от дождя, но не слишком защитит от нашего щемящего холода, потому что влажность
вечно пробирает до костей даже в Москве, что уж там говорить о Санкт-Петербурге. Зато вот про резкоконтинентальный климат в его мягких проявлениях в этом самом кейпе можно подумать очень даже. На Урале, в случае, если речь, конечно, не идет о минус 36, а речь идет о бабьем лете, такая вещь очень даже пригодится. Большое вам спасибо. Пожалуйста, возвращайтесь. Все о том, как правильно выбирать пончо, одеяло, широкие шарфы и кейпы в нынешнем сезоне, вы сможете прочесть на сайте модный.тв.